What's up guys, welcome to my channel. If you are new here, my name is Divine. I'm a musical fly, minominak, drummer and a keyboardist. I have been for many, many years. I started making these videos as a space for music lovers like myself to check out our favorite artists and break down some of our findings that make them so, so fantastic. Make sure you follow us on Instagram at The Perseverance Reaction in order to recommend the favorite singers for us to react to. Hey, you killed it, you killed it, you killed it. Are you? What's up YouTube, hope you guys are feeling good. Today guys, we're back again with a new video guys. I'm here with my special guest, lovely guys, she's looking stunning today. Thank you. She's introduced herself too. Well, I'm Wilhelmina, I'm a language teacher and a music enthusiast, so, and I love everything you do, so today I'm very excited to be here with you. Yeah, she's special, she's vocal coach, she's music enthusiast, she's the Spanish teacher. she's a lot. Today we're going to be reacting to Best of Putin Jokes. I want you to check out this. It's really funny. It's really nice. I want to check out this and see how it goes. You know how dude guys who talk less or write or yes more? Let's get into this video. I think they are speaking Russian. The way я приехала is beginner. Только что мой коллега уже сказал, что он не верит, что все это уже случилось, но я более не верю, но, потому что у меня специальности перевод, и когда я была в университете, у нас было очень много упражнений, а ваше выступление, и мы так много делали, но а вы сейчас прямо здесь, но я просто не верю, это как бы во сне. Но да, и у меня... Я вас ущипну потом. Действительно, так сложилось. У меня в Италии и с ним всегда были дружеские отношения, и с Берлускони, с которым они постоянно конфликтуют на политическом... На политической сцене. Берлускони судят сейчас за то, что он живет с женщинами. Если бы он был бы гомосексуалистом, ему пальцем бы никто не тронул. Я не знаю, почему-то немецкой общественности не нравится атомная энергетика. Ну, я не хочу давать никаких комментариев. Вот, но... Я вообще не понимаю, чем вы будете топить. Газ не хотите, атомную энергетику не развиваете. А что вы будете дровами топить? Ну, дрова тоже в себе надо есть. Что? За дровами тоже в Сибирь надо ехать, понимаете? У вас же и дров-то же нет. Человек пришел на Лубянку и говорит, я шпион, хочу сдаться. Ему говорят, а вы чей шпион? Говорит, американский. Ну, тогда в пятую комнату. Он пошел в пятую комнату. Я американский шпион, хочу сдаться. А у вас оружие есть? Есть. В седьмую, пожалуйста. Он в седьмую. Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. В десятую. Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. А средства связи есть? Есть. В двадцатую комнату пришел, я шпион, у меня есть оружие, средства связи, хочу сдаться. Его спрашивают, а задание-то у вас есть? Есть. Ну идите и исполняйте, не мешайте людям работать. Вот, давайте спросим господина Фийона, он будет выставлять свою кандидатуру на должность президента Французской Республики? Можно коротко ответить, односложно. Я как-то сказал, как отрезал. Ну, я не знаю, почему бы я бы отвечал на этот вопрос, ведь вы-то на него не ответили, когда вам его задали прямо в глаза. Вам задали. Задали? Да. Я не слышал. Николай Злобин сказал. Pardon, j'entends pas. J'ai dit que comme le président Poutine. Давайте я еще раз, вроде его неправильно перевели мой ответ, не так услышали. Я не стал бы отвечать на этот вопрос, потому что вы на него не ответили, когда вам задали этот вопрос прямо в глаза. А если я отвечу, вы ответите? Посмотрим. Я не исключаю.
Moi non plus. Я тоже не исключаю. He's not ready to answer the question. Что касается запрета пропаганды гомосексуализма, речь идет не о введении каких-то санкций за гомосексуализм, либо за в общем, понимаете, да, что. Вы говорили о Дональде Трампе, кандидате от республиканской партии. Вы сказали, что это выдающийся человек, талантливый человек, чрезвычайно умный человек, и об этом говорили во всем мире. Я хотел бы узнать вот что. Что именно в этом человеке привело вас к такому его восприятию? И уверены ли вы в этом? Вот. Вы известный человек в нашей стране, вот вы лично. И не только как ведущий на одной из крупнейших телевизионных корпораций, но и как интеллектуал. Зачем вы все передергиваете? Вы возьмите, вот над вами берет вверх журналист, а не аналитик. Ну посмотрите, что я сказал. Я на ходу сказал, что Трамп яркий человек. А что, не яркий? Яркий. Никаких других характеристик я ему не давал. Но вот на что я точно обращаю внимание, и что я точно приветствую, и не вижу здесь ничего плохого, наоборот. Господин Трамп заявил, что он готов к восстановлению, полноформатному восстановлению российско-американских отношений. Чего здесь плохого? Мы все это приветствуем. А вы нет? Ну вот он у нас сидит пока. Дальше что? Но он выбрал сам свою судьбу, понимаете? Мы предоставили ему только убежище, и все. Он никакой не агент наш, он нам секретов никаких не выдал. Разбойник, мог бы что-нибудь рассказать на самом деле. Мы все-таки ему бы убежище предоставили. Но он ничего не говорит. Он выдает только по каким-то только ему известным каналам, там, когда посчитает нужным что-то опубликовать. Вот и все. Есть у нас такой анекдот. Пессимист и оптимист. Пессимист выпивает коньяк и морщится, говорит, клопами пахнет. А пессимист ловит клопа на... Оптимист ловит клопа на стене, давит его, нюхает и говорит, коньячком попахивает. Мне бы очень не хотелось, или так скажем, я бы лучше был пессимистом, который пьет коньяк, чем оптимистом, который нюхает клопов. Хотя, конечно, вроде бы оптимистам живется веселее. Но все-таки, наверное, общая наша задача, не злоупотребление алкоголем, жить на каком-то приличном уровне. Я с удовольствием слушал весь предыдущий разговор и, конечно, выступление президента. Я немножко ощущаю себя некомфортабельно, как тот швартовский честный старик, который сказал, господин президент, я честный старик, мне нечего терять, вы гений. Вот я не хочу выступать в этом духе и не буду. А зря. Чего проще сказал и все. То он будет готов сотрудничать с Россией в случае победы на выборах, а вы готовы с ним иметь дело, несмотря на то, что он выступает за более тесное сотрудничество с Европой? Мы же на бизнес-форум приехали. Давайте говорить конкретными категориями. 3,5 миллиардов, они нам должны. Пусть вернут деньги для начала разговора, так, чтобы создать благоприятные условия. Herr Präsident Putin war ein Teil der Ukraine bei Österreich. Was soll das heißen? Das. Welche Vorschläge haben Sie? Das soll heißen, dass die Ukraine heute 100 Jahre später
Teil einer ich habe Angst schon zu hören, was er weiter sagen muss. Einer Kontinent. Все санкции сводятся к тому, чтобы выбрать из моего личного окружения каких-то близких мне людей, моих друзей, и их, как у нас в кругах интеллигенции говорят, уконтрапупить как следует. То есть наказать их непонятно за что. Я бы на их месте давно подал в суд, потому что они не имеют отношения, значит, к событиям на Украине, в Крыму, и выбрали как специально двух евреев, одного хохла, понимаете? Ну, как издеваются все равно. Вопрос, который вы задали, госпожа федеральный канцлер высказалась очень аккуратно, а я позволю взгляд со стороны. Ведь не может эффективно работать единая валютная зона без единой бюджетной, фискальной политики и без единой макроэкономической политики. Особенно, если членами этого союза являются субъекты с разным уровнем экономического развития. Поэтому как это будет сделано? Либо будут создаваться федеративная, объединенная какая-то государственная структура, Соединенные Штаты Европы, либо это будет делаться на основе отдельных договоров и соглашений. Знаете, у нас это все равно. Важен результат. Много всяких анекдотов можно привести на этот счет. Как бы не действовать во время первой брачной ночи, результат должен быть один и тот же, понимаете? Вопрос. Почему у вас так тяжело сказать «извините за оккупацию»? Потому что если вы сказали бы, мы могли бы очень легко вместе жить. Спасибо вам большое за ваш вопрос. Он очень кстати. Что касается, начну с последнего. Вы так хорошо говорите по-русски, что уверен и читаете не хуже. Возьмите, пожалуйста, постановление съезда народных депутатов 1989 года, где черным по белому написано: съезд народных депутатов осуждает пакт Молотова-Риббентропа и считает его юридически несостоятельным. Он не отражал мнение советского народа, а является личным делом Сталина и Гитлера. Что еще можно сказать более точно и ясно по этому вопросу? Или вы хотите, чтобы мы делали это каждый год? Что еще нужно сказать, как вы считаете? Мы считаем, что этот вопрос закрыт. Все, возвращаться к этому больше не будем. Сказали один раз, достаточно. Теперь по поводу оккупации. Значит, я полагаю, что в 1918 году в результате Брестского мира состоялся сговор между Германией и Россией. И Россия передала часть своих территорий под контроль Германии фактически. С этого началась эстонская сегодняшняя государственность. А в 1939 году состоялся другой сговор между Россией и Германией. И Германия возвратила назад России эти территории. В 1939 году они вошли в состав Советского Союза. Хорошо это было или плохо? Сейчас не будем говорить об этом, это история. Я думаю, что это был опять сговор, разменные монеты, в котором были малые государства и малые народы. К сожалению, таковы были реалии той жизни. Так же, как и реалии колониального прошлого европейских стран, так же, как и использование рабского труда в Соединенных Штатах. Ну что же мы теперь каждый день будем позволять мертвым хватать нас за рукава и идти, мешать идти вперед? Значит, если в 1939 году прибалтийские страны вошли в состав Советского Союза, то в 1941 Советский Союз не мог их оккупировать, потому что они были его частью. Я хоть и не очень хорошо, может быть, учился в университете, потому что пиво много пил в свободное время, но все-таки кое-что помню еще с этого, понимаете? Кое-что еще у меня в голове осталось. У нас были хорошие преподаватели. Не пора ли ввести налог на роскошь? Это первый шаг для устранения этой чудовищной, раздирающей нас неправды. Налог на эти золотые дворцы, на эти бриллианты, которыми осыпают себя с ног до головы
жены и возлюбленные наших олигархов. Ибо развитие и справедливость – это синонимы. Как вы отличаете жен от возлюбленных? Там, у вас какой-то по запаху? По возрасту? Man. Вы знаете, ну, что касается господина Сноудена, я уже много раз говорил, мы не имеем к этой проблеме, ну, как бы прямого отношения. Вот он оказался на нашей территории. И я считаю, что из-за непрофессиональных действий самих американцев, которые его пытались поймать. Я же тоже в спецслужбах когда-то работал. Зачем они напугали весь мир? Если они уже самолеты сажали принудительно с президентами на борту, то с господином Сноуденом на борту они могли посадить в любом месте. Они напугали все страны. Он прибыл в нашу транзитную зону. Дальше выяснилось, что его никто не принимает. Понимаете, в чем проблема? Если бы они бы не пугали никого, американские спецслужбы, он бы благополучно поднялся, полетел бы в какую-то страну, его по дороге посадили бы, он давно сидел бы уже в Зиндане там, парился в тюрьме. Значит, а они всех напугали. Значит, он остался у нас в транзитной зоне. И чего нам делать? Ну, Россия не та страна, которая выдает борцов за права человека. He always has an awkward way of sitting, and then he speaks as if he doesn't really mean what he's saying, but he has a deep message in whatever he wants to tell. Yeah, he really knows about the history of the country, and he don't want anyone to just try use his head or maneuver, ask him a question as well, so like make a mistake or stuff. It's a very smart man, and sometimes he's trying to answer, but he don't know how to like put word that it won't be offensive. Yeah. I feel like he has savagey reply. Yeah, for every question you ask him, like just pick random everyday things that happen and just give an example. Exactly. It's just really nice. Like it was really funny. My cheeks hurt already. Everyone went to it was really nice. Putin is he's an amazing man. Like he's an amazing man. He's just don't want any bad or anything evil to happen to his country. It's him being the president, so he got to be more guarded and more careful on all this press conference and stuff. So I love the man, like I love his style, I love his stuff. I know there are war within Ukraine and Russia right now, but I know it's definitely going to come to an end. Well, according to this video right here, I know every moment of it, he was really opened and he wanted to know more and also clear everyone doubt about their personality, who he is. What do you think? Yeah, I think we have similar ideas, except for the fact that there's war everywhere and a lot of things are not moving in the direction that people want it to move right now. So yeah, anyway, it's kind of down. True. So let's comment below what you think about this video. Give us a thumbs up. Share this video to as many as you can. Subscribe to our YouTube channel, guys. You know how it is. We'll see you guys in the next video. Make sure you stay safe. I just bought a bag, like an old lady. I'm backwoods smoking, I don't own papers. Pass that 808, that dump shaker. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby, mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Buku bitches in my bed, I got scales all